И всех приветствую на своем канале, с вами я Сайтуха, сегодня мы играем в игрушку по названию Escape from Classroom. Игрушка вроде бы японская, но точно не знаю. Я специально в премаркете написал Жафан. Немножко подробно, ну окей. Фига себе, тут несколько видов этой хрени. Так, мы можем приседать. Также три раза, два раза. Окей. Женщина? Дура. Все, мы прошли игру. Так, что це? Окей, я не могу открыть это голыми руками. Game over. Bad ending. I found you. Back to... Что? Кто меня нашел, сука? Мне сказали, что тут есть также три концовки. Первую я получил. Плохая концовка. Какой-то find you получил, блядь. Чё тут? Sitting chart. Прожектор. Я что, спидил? Нахуй мне прожектор? Blackboard. Окей. Returned. И что это означает? Это что? Какая-то хуйня. Что мне нужно делать? Я ни хуйня не понял. Но я что-то открыл. У меня есть прожектор. И Secret Hook. Палка с говном. Так, давайте попробуем с помощью этой хуеты. Не получается? Ну и нахуй мне нужно. Сука, директор, отъебись! Сука! Падаль! Так, под лестницей пойду, ничего не будет. Так, окей, что еще можно запиздить? Так, по айтему у нас ничего. Ок, да. Но мы спиздили это. Мы молодцы. Также мы можем спиздить это. Вот, я не знаю, вот что, и вот это. Мори, Мариамура, Шиоа, Аймато, Нага, Ясико, Хасино, Намики, Нашино, Каяма, Ида, Шинджо, Ватануки, Кибе, Хонда, Хонда, Ичикава, Шинакара, Икеда, Сузуки, Хаджимото, Ямагучи, Нагамине, Яжизаки, Мураками, Нихей, Яшлюхама, Яшияма, Кода, Хирай, Ито, Сасаки. Хуйня какая-то, непонятно. Я сейчас все эти имена японские поназывал. Что ж, нечего говорить-то. Опа. Ну-ка. Сука. Какая-то хуйня страшная. Хуй пойми... Ранинг. Окей.
Это тоже какая-то концовка? Game over, bad ending 1. Explorer. Megumin закастовала. Пизда. Окей, мы уже посмотрели на две концовки. Вроде бы осталась последняя концовка. Все, что мы сейчас спиздим, я спизжу. Так, это я возьму. Это я тоже спизжу. Да нахуй. А как? Я не понимаю. А как не сделать, чтобы меня съели? Чё-то какая-то хуйня непонятная. Это я своровал. Путь прислушался, никого. Никого. Он чё, сука, рандомно, что ли, появляется? Не могу понять. Так, окей. Окей, нам нужно что-то захуярить здесь. Закрываем нахуй. Проектор. Так, окей. Блять, уебался, сука. Но если у нас есть проектор, то нам нужно что-то с помощью вот этого крючка опустить, сука. Кого опустить? Тот, сука, тут в классе опущенный. А, я единственный тут в классе. Наш, а я опущенный. Окей, нам что-то вроде бы должны что-то опустить, короче, какую-то штука, которая должна. Как минимум наш. Вот эта хуйня. Опускаем. И чё, куда мне установить-то? Куда будет нормально? Я чё-то просто не знаю. Сюда норм? Пока. Пука у нас есть? Так, шкифчик. Я спрятался в шкифчике. А нахуя? Понял. Когда я слушаю эти цок-цок-цок, я буду прятаться. Он зашел. Он ходит тут. Он ушел. Кажется, заболел. Сюда? Бля, а куда? Бля. Нам нужно еще что-то. Кого мне сунуть, сука? У кого есть, сука? Что-то. Не знаю, алло. Огнетушитель. Не, не могу успеть огнетушить. Хуйня какая-то шикарная. Закроемся. Такс. Что нам делать? Так. Я не знаю, как делать.
Сука. Почему так сложно? Логично, сука, что... Я не знаю, куда установить эту хуйню. У меня есть USB хуйня. Так возьми и сделайся. Да пиздец, тупое. Тут ни в какой хуйни нету. Так, интересно. А мусорки что-то есть? В этой ничего нету. Так, в том углу нету, потому что там нет угла. Окей, не слышу шагов. Так, интересно, тут что есть? Ух ты. Что это? Я что-то сделал. Что я сделал? Окей, это что-то, короче, написано? Это мне ничего не дало. Тут что-то было написано, что-то было очень, короче, хреняк это. Так, привет, лестница. Hello. Я могу залезть на нее. А нахуя? А зачем мне это? Это хуйню поставить. Я не ебу, нахуй мне это нужно? Что я мог бы сделать? Так. А могу тебя подвинуть? Не могу. А если я сделаю так, он меня сможет поймать? Окей, он меня может поймать. Короче, я заебался, не могу понять вообще, что делать. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь, на самом деле, Сартуха. Не забегайте из классрума, а не то придет лысый какой-то учитель и даст вам пизды Ивана. И вас вообще потом... И тем более, потому что вы еще взорветесь. Всем пока, короче, хорошего настроения.